Добрый день, друзья! Сегодня готовлю кабачковый рулет со сливочным сыром. Получается воздушный, нежный и очень вкусный рулет, который прекрасно подойдет и как закусочный к праздничному столу, а также к завтраку и к ужину. Употребляется холодный. Ставлю духовку на 180 градусов. Беру кабачок, натираю на крупной терке, солю, перемешиваю. Второй кабачок нарезаю тонко, можно овощерезкой. Беру 5 охлажденных яиц, разделяю на белки и желтки. В белки добавляю щепотку соли, взбиваю блендером до пышной массы. Нашинкованный кабачок отжимаю. Пробую соль на вкус, если необходимо, досаливаю. Добавляю черный перец по вкусу, 5 желтков, муку, перемешиваю до однородной массы. Добавляю взбитые белки, аккуратно перемешиваю. По желанию можно добавить свои любимые приправы. Я добавила итальянские. Форму застилаю бумагой для выпечки, смазываю растопленным сливочным маслом. Дальше выливаю всю смесь, распределяю равномерно. Затем выкладываю кабачок внахлёст для украшения. Отправляю в духовку до готовности. Это около 25 минут. Достаю из духовки, смазываю растопленным сливочным маслом. Делаю начинку. Беру чеснок и петрушку. Измельчаю блендером. Добавляю сливочный сыр и сметану. По желанию можно добавить соль и приправы. Теперь переворачиваю пласт вверх дном, так как показано на видео. Распределяю равномерно начинку по всей поверхности. Сворачиваю в рулет швом вниз. Закрываю фольгу и убираю в холодильник на 2-3 часа. Рулет готов. Если понравился рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых вкусных встреч!